Пожалуйста, Владислав Олегович. Объясните, почему так вышло, что у нас... Да, ну, Никита Евгеньевич, к сожалению, немножко заболел респираторной инфекцией, поэтому, Владислав Олегович, попросим. Спасибо, Владимир Славович. Дай Бог здоровья Никите Евгеньевичу, моему коллеге. Так, действительно, так получилось, что прям накануне мы только как раз обсуждали и готовили последние слайды к его докладу, но ночью высокая температура, поэтому... Да, это опыт нашего центра, это десятилетний опыт по выполнению трансплантации у пациентов с лимфомой Ходжкина. Не буду долго останавливаться на актуальности этой проблемы. В этой просвещенной аудитории, я думаю, что большинство специалистов знают, что такое лимфома Ходжкина и понимают, насколько важна эта проблема. Но, тем не менее, остановлюсь на нескольких цифрах. Заболеваемость – это 2 случая на 10 тысяч населения. В российских регистрах фигурирует цифра более 3000 впервые диагностированных пациентов, это данные за 2015 год. Смертность от лимфомы Ходжкина, то, что созвучно с первым докладом, она вот именно такая. Также то, что уже прозвучало в первом докладе, это важность проблемы, связанной с лицами преимущественно работоспособного возраста, то есть это пациенты в диапазоне 16-35 лет. В достаточно высокоспециализированных центрах, здесь ссылка на авторитетный источник, современные методы лечения позволяют достигать 5-летней общей выживаемости в 95% случаев. Но это идеальная ситуация. А что касается российских данных, они отражены в последних 2 пунктах, 25% наших российских пациентов характеризуется отсутствием на стандартное лечение, именно имеет место так называемая первичная рефрактерность и, к сожалению, быстрым рецидивированием, прогрессированием заболевания. Это также наши российские данные. Была приблизительно сформулирована потребность в онкологичных трансплантациях при лимфоме Ходжкина. Это более 500 трансплантаций. К сожалению, эти цифры пока, с учетом наличия наших работающих центров трансплантации, пока недостижимы. Я уже в своем предыдущем докладе останавливался на показаниях для проведения трансплантации и при лимфоме Ходжкина. Трансплантация не рекомендуется в первой полной ремиссии, то есть большинство пациентов с лимфомой Ходжкина, естественно, не нуждается в выполнении трансплантации. А когда речь идет о химиочувствительном рецидиве, раннем или позднем, то в целом это должно быть стандартом для лечения таких пациентов. Наличие рефрактерности – это терапевтическая опция с уровнем доказательности 3. Непосредственно наши данные – это 260 пациентов, которые получили трансплантацию за 10 лет, период с декабря 2006 года по март 2017. Медиана возраста 30 лет. Снова же становлюсь, достаточно молодые пациенты, пациенты трудоспособного возраста. Большинство пациентов были женщины. И еще раз останавливаюсь на том, какие пациенты в основном к нам приходили. Это пациенты достаточно прилеченные, с медианой линии предоперационной терапии 3. Были те пациенты, которые получали 9 линий химиотерапии перед трансплантацией. Общесоматический статус большинства был хорошим, статус ЭКОК 0,1. 73 пациента, это абсолютное большинство, получали платиносодержащие режимы до выполнения трансплантации. Большинство пациентов, 52%, это были пациенты с частичным ответом до трансплантации, 26% пациентов с полной ремиссией. Так как 10 лет назад мы начинали с использования режима BIM, то большинство пациентов, а именно почти 50%, в качестве режима кондиционирования получило именно этот режим.
30% это режим CBV, и вот уже почти 17% это режим BIAC, тот режим, о котором только что шла речь. Это характеристики по приживлению автотрансплантата и токсических эффектов, которые нам удалось выявить, и немного подробнее остановлюсь на каждом из них. Инфекционные осложнения документированные были выявлены у 13% больных. Как таковая нейтропеническая лихорадка, ее процент составил 65%. Мукозиты 3-4 степени в целом это 6%. Энтеропатия тяжелая 10% пациентов. Негематологическая токсичность, к которой мы относим кардиотоксичность, легочную токсичность, почечную токсичность, которая требовала лечения, составила 14%. Медиана времени системной антибактериальной терапии 7. Медиана времени применения колонистимулирующих факторов 10 дней. В большинстве пациентов мы проводили 2 трансфузии тромбоконцентрата. Большая часть пациентов получила по одной дозе эрмасы. Чаще всего пациенты задерживались у нас более 30 дней, медиана 32 дня. И ранняя посттрансплантационная летальность у нас не превысила 2%. Пятилетняя выживаемость, проанализированная за эти 10 лет, пятилетняя общая выживаемость составляла и составляет 74%. Выживаемость без прогрессирования, пятилетняя, составляет 48%, но что отрадно, то что, по сути дела, хотел обратить внимание вот на эту кривую, то есть после 50-го месяца мы не видели ни одного случая рецидива. То есть можно сказать, что эти пациенты практически выздоровели. То есть, по сути дела, по происшествии этого времени трансплантация излечила вот эту часть пациентов. Вот эти красные крестики, мне не хотелось называть это крестиками, эти маркеры – это пациенты, которые выздоровели от выполнения, после выполнения вот высокодозной химиотерапии и аутологичной трансплантации. Очень важный слайд – это то, о чем мы говорили, это общая выживаемость у пациентов после трансплантации в зависимости от химиочувствительности. Здесь две кривые. Синяя кривая – это полный частичный ответ перед трансплантацией. И красная кривая – это другая ситуация, именно либо стабилизация, либо прогрессирование. Так вот, разница 28%. То есть те пациенты, у которых нам удалось получить перед трансплантацией полную либо частичную ремиссию, жили значимо дольше, и эта разница составила 28%. Эта же ситуация подтвердилась при анализе выживаемости без прогрессирования. То есть пациенты, у которых до трансплантации нам удалось получить полный либо частичный ответ, выживаемость без прогрессирования у них была значимо выше, чем у тех пациентов, у которых до трансплантации была констатирована либо стабилизация, либо прогрессирование. Мы задавались вопросом, имеет ли значение наличие непосредственно полной ремиссии перед трансплантацией, полная, частичная. И проведя анализ, мы выявили, что именно полная ремиссия перед трансплантацией дает лучшие результаты. Даже если мы сравним пациентов с частичными ремиссиями, то есть разница, вы видите, 16%. Пациенты с полной ремиссией находятся в лучших показателях общей выживаемости, и эти же данные подтверждаются и при анализе выживаемости без прогрессирования.
наличие полной ремиссии до трансплантации дает лучшие показания и лучшие показатели по выживаемости без прогрессирования. Разница 15%. Естественно, статистически значимая разница. Тоже очень, на наш взгляд, важный слайд – это время выполнения трансплантации, то есть тайминг трансплантации. Здесь также две кривые. Красная кривая – это пациенты, у которых был получен первый полный или частичный ответ. То есть это те пациенты, у которых была проведена стандартная химиотерапия, это те пациенты, у которых был рецидив или прогрессирование, и те пациенты, у которых была проведена только одна линия химиотерапии, которая позволила достигнуть либо полный, либо частичный ответ. Так вот, эти пациенты живут и в нашем исследовании жили значимо больше, чем те пациенты, у которых полный или частичный ответ достигался при использовании второй, третьей, четвертой, я показывал, после девятой линии. То есть тайминг, именно выполнение трансплантации, по нашим данным, имеет определяющее значение. Именно первая полная ремиссия после неудачи стандартной терапии. Эти же данные были подтверждены и при анализе выживаемости без прогрессирования. Снова же, те пациенты, у которых мы получали, которые к нам приходили с первым полным частичным ответом до трансплантации, рецидивировали и прогрессировали значимо реже. Это слайд отражает вообще эволюцию наших подходов и, возможно, мировых подходов в отношении того, каких пациентов стоит брать на выполнение высокодозной химиотерапии и трансплантации. Если в 2012 году часть пациентов, которые приходили к нам на трансплантацию, которые мы выполняли трансплантацию, были в прогрессировании заболевания, то, видите, с течением времени, в 2013-2014 годах таких пациентов становилось все меньше, и последние годы мы стараемся проводить достаточно четкие показания для выполнения трансплантации, и пациентов с прогрессированием мы не берем, и все меньше и меньше доля пациентов со стабилизацией болезни. Те данные, которые были представлены выше, они как раз и подтверждают правильность такого подхода. На слайде данные о общей выживаемости больных с лимфомой Ходжкина в зависимости от использования режима кондиционирования. Я сразу скажу, что это не совсем корректные данные ввиду того, что режим кондиционирования БИМ, как я уже говорил, использовался больше всего, таких пациентов больше всего, это синяя кривая. И хотя и здесь получены были значимые отличия по использованию режима БИМ и CBV, и CBV как бы лучше, но опять же мы пока с долей корректности относимся к этим результатам, для того, что медианы наблюдения достаточно разнятся, и то, что это исследование не рандомизирование, и мы апеллируем к ретроспективным данным. Подводя итоги выступления, еще раз хотел бы остановиться о том, что пятилетняя выживаемость наших пациентов составила 74%, пятилетняя выживаемость без прогрессирования 48%, что в целом, на наш взгляд, соответствует международным данным. Важный вывод, который мы делаем из нашего исследования, о том, что трансплантация, как я уже сказал, была эффективна именно у тех пациентов, у которых была получена первая полная или частичная ремиссия. Такие пациенты, выживаемость пятилетняя таких пациентов составляла 85%. По сравнению с пациентами, у которых была получена вторая и последующая полная частичная ремиссия, 71%. Я не показывал графики, но поверьте мне на слово, мы не обнаружили данные, значимое различие по влиянию пола и статуса ЭКОК на показатели выживаемости у наших пациентов. Еще одна важная информация, повторюсь, это именно химиочувствительность опухоли.
и достижение полной или частичной ремиссии является определяющим в результате трансплантации, то есть те пациенты, которые были в полной частичной ремиссии, жили значимо дольше. И показатели 5-летней выживаемости после трансплантации, по нашим данным, были значимо выше при выполнении трансплантации при достижении именно полного ответа. Не частичного, а полного. То есть получается, что идеальный пациент для выполнения патологичной трансплантации – это пациент с лимфомой Ходжкина, у которого после первой линии высокодозной химиотерапии, предтрансплантационной химиотерапии, была получена полная ремиссия. Такие пациенты у нас жили дольше всего. 5-летняя выживаемость таких пациентов составляла 93%. И несколько коротких выводов. Химиочувствительность лимфомы Ходжкина является основным показанием для выполнения патологичной трансплантации. Оптимальным таймингом, оптимальным временем выполнения трансплантации является первая полная или частичная ремиссия. И наилучшие результаты лечения достигаются при выполнении трансплантации пациентам с полной ремиссией перед патологичной трансплантацией. Это наш дружный коллектив. Еще раз ему большое спасибо. Спасибо за внимание.